Еще одна жительница Орехово-Зуевского округа отметила 90-летний юбилей. На этот раз поздравление принимала Фаина Балаева из Ликино-Дулево. В гостях у именинницы побывала наша съемочная группа. Ну ты же хорошо поешь, ну спой. Я все равно в субботу заставят петь внуки. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь лежит. Сегодня для Фаины Ивановны волнительный день. С самого утра она ждет гостей. Пока приглашенные собираются, поет песни, вспоминает о жизни. Говорит, довольна всем. Все меня уважали, и дети. Как-то я со всеми дружила. Вот. Так что я обижаться на жизнь не могу. И сейчас живу хорошо. Праздничный день. Рядом с ней родные и близкие. Для них Фаина Ивановна – пример человека с большой буквы. Хорошая хозяйка, любимая мама. Моя мама очень хорошая, очень добрая. Она нас подняла на ноги, выучила. Сестра моя врачом работает. Всю жизнь именинница посвятила семье и работе. На ее счету звание ветеран труда и труженица тыла. В годы войны делала портсигары для фронтовиков. Теперь к ее званиям прибавилось еще одно – долгожитель. Поздравить с этим событием Фаину Ивановну приехали почетные гости. Ведь мы раньше считали долгожителями тех, кто живет больше 80 лет. Потом стали считать долгожителями те, кто живет больше 85 лет. А теперь мы считаем долгожителями только тех, кто живет больше 90 лет. И вы сегодня вошли в эту, так сказать, когорту наших заслуженных ветеранов. Ведь совсем недавно таких людей у нас в районе было чуть более 200 человек. 4 года назад стало 300. А сегодня вы стали 455-м жителем нашего городского округа Ликино-Дулево старше 90 лет. От имени президента России Владимира Путина и губернатора региона Андрея Воробьева Валерий Гущин вручил имениннице поздравительный адрес и приятный подарок. Также с юбилеем Фаину Ивановну поздравил замглавы администрации округа Денис Банцекин. Уважаемая Фаина Ивановна, искренне поздравляю вас с 90-летием. Желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие и родные люди – радовали своей заботой и вниманием. Как отметили гости, в 90 жизнь только начинается. Можно, наконец, расслабиться и позволить себе отдохнуть от суеты и забот. Кроме того, с именинницы взяли слово побить рекорд долгожительства – 106 лет. Для этого у Фаины Ивановны есть все, что нужно. Ну и как принято у нас в Московской области, за нашего юбиляра два коротких, один длинный протяжный, с переливами-перекатами, с большой и пламенной любовью и надеждой, что вы не забудете нас пригласить на свой 100-летний юбилей. Нет, а мы постараемся, доживем и придем. Гип-гип! Ура! 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 Ура!